Тишину. Бас — это уже не тишина. Представьте себе, вы находитесь в ванной, у вас дома большое джакузи, вы зажигаете свечи, берете стакан фреша, направляетесь в джакузи и играет именно этот трек. Я купил себе джакузи вчера. О да, о да. Я люблю, когда в джакузи теплая вода.
холодный душ, футборд на приклеенной ноге. Thank you.
That's what's up. Пластинки из тех, что остались. Итак, внимание! У нас в этом кругу определилось 4 человека, которые активно танцевали. И параллельно с этим, даже если нет бита, вы можете наблюдать справа, несется батл 2 на 2. Несется он уже давно, примерно минут 15-20. И ребята абсолютно не понимают, что я сейчас о них говорю, потому что они не понимают по-русски. Но я говорю именно о них. Окей. Ребята, я рассказываю вам двоим, а вы им потом объясните. Мы в кругу выбрали четверых, которые круто качали. Вы тут качали тоже очень круто. Поэтому у нас батл четверо из круга против вас четверых. И нам нужно будет выбрать, какая из четверок будет двигаться дальше, потому что впереди еще два контеста, а победитель всего один. Итак, 4 на 4. Прямо здесь и сейчас. Я хочу четверку из круга пригласить куда-нибудь, направо или налево. Становитесь стенкой. Вижу троих, вижу четверых. Окей, парни, направляйтесь напротив них. Guys, you have a battle. It's a freestyle battle. I know, but you're gonna battle those kids, so it's cool. Один раунд от каждого, но вы должны накрутить себе, что вы представляете одну крю, друг друга поддерживать. И качать мощно. Один раунд от каждого, это 4 раунда. Они могут быть короткие, но они должны быть содержательные. Что? Нет, не нужно никаких рутин, просто соло от каждого. Окей, we have a crew battle right here. Командная битва 4 на 4. Те парни, которые били справа, и те, кто качали в кругу, сейчас сойдутся в битве. Но ничего не состоится без двух основополагающих факторов. Это туса, которая качает и поддерживает, и диджей, который запускает пластинку.